Привет! Сегодня я расскажу вам про Иосифа. Иаков любил Иосифа и сказал он ему сон. И этот сон был такой: одна звезда светила, а все звезды поклонялись ему. И тогда он сказал братьям, и братьям это не понравилось, и сказали, что мы должны поклоняться ему. И отец подарил ему цветную одежду. И тогда завидовали братья. Их, его больше любят, а нас. И тогда решили продать его в Египет. Содрали с него одежду, намазали кровью, чтобы отец подумал, что это животное взяло и растерзало его. И положили, и показали отцу. Он взял эту одежду и заплакал, огорчился сильно. И тогда Иосиф все делал там в Египте, служил. И фараон заснул, и приснился ему сон. 7 толстых коров стояло, и 7 худеньких коров тоже стояло. 7 худеньких коров съела 7 толстых коров. И сказал он фараон: к чему же это сон? И позвал Иосифа. И сказал: мне приснился такой вот сон. И он сказал Иосиф, что будет 7 дней изобилия и 7 дней голод. И сказал фараон: что? Где мне найти такого человека? И Иосиф сказал: я! И посадил его на трон, и он там зерно, и все делал. И тогда братья подошли и даже не узнали его. И он сильно заплакал, Иосиф. И он сказал: братья, я вас простил. И вот такая была история. И так вот вы. И вот так вот вы. Всех прощайте. И Иисус вас прощайте. И любите друг друга. И живите мирно. Всем пока.